Проблемы рассеянного склероза обсудили в Якутске. В столице республики прошла межрегиональная научно-практическая конференция по неврологии. Ее посвятили десятилетию организации Центра рассеянного склероза в Якутске. Еще недавно считалось, что коренные народы Севера не страдают этим заболеванием. Но сейчас оно расширяется не только в рамках стран и континентов, но и возрастных категорий. В мире от рассеянного склероза страдает более 2,5 миллионов человек. В России количество больных насчитывает не меньше 150 тысяч. В Якутии рассеянный склероз диагностировали у порядка 300 человек. Вообще мы ездим в Центральный институт, и мы в курсе дела всех новых новшеств диагностики, лечения. И я смело могу сказать, что у нас в республике полностью осуществляется диагностическая и лечебная процедуры нашим больным. Они получают медикаменты, медикаментозную терапию, лечение наравне больными по всей России.